Всем привет, это канал Красного Герцога, и мы продолжаем выживать холодной долгой зимой с игрой The Long Dark. В прошлой серии мы зашли-таки в ферму в городке Мильтон, вернее, поблизости от городка, пообщались тут с находящимся тут преступником Хоббсом, тепло и плодотворно. Вот. Ну и, собственно, у нас сейчас задание вернуть матери ценную вещь украденную, забрать пропажу из банковского сейфа нам надо. Вот, здесь я вроде все осмотрел, мне, правда, много разного написали в советах, в комментариях, я, оказывается, очень много всякого проглядел и пропустил, что, ну, в общем, ни хрена не удивительно, опять же, кто меня знает, кто давно смотрит, знает, что я это умею и люблю. Ладно, пойдем тогда дальше. Пока теплые, даже почти сытые, но, кстати, почти неплохо было бы перекусить. Вообще у меня, конечно, перегруз, и мне бы разгрузиться сходить. Сожрать, да? Вот почему я здесь не вижу отображения своей сытости и несытости. Это плохо. Давайте, что ли, мясца поедим. Немножко. Вот. Ну и немножечко запьем. Все полегче будет. Ходить, бродить. Вот. Отлично. Ну, пошли отсюда. На свежий воздух, будь он не ладен. А у нас тут метель, правда. И это, блин, вот вообще не улыбает. Совершенно. Метель — это плохо. Нятненько. Так, во-первых, что мне сказали, то, что ловушки ставить надо, какую-нибудь прикормку делать, а я ее не делал, и зря. А вот, во-вторых, мне сказали, что надо зайти на почту, потому что я там много разного проглядел. А еще я проглядел, все-таки проглядел, в доме, который перед этой школу, которую сожгли бандиты, все-таки там есть записочка. Только ее очень сложно найти. Да, и мне показали скринчик, где она находится. И, честно, я бы в жизни ее не нашел без подсказки. Сейчас мы туда попробуем дойти. Метель, блин, это охрененно. Если я, блин, с такой скоростью остываю, может и не получится зайти в школу. Тем более там волк бродил. А по такой погоде мне с ним еще меньше хочется встречаться. Вот бы градусник раздобыть. Мне прям очень интересно, сколько же здесь градусов ниже нуля. Потому что так-то вроде мы одеты. Шапочки я жалко так не нашел. Но судя по скорости замерзания, тут, наверное, минус 70 должно быть. Так, школа у нас где-то сверху была. Да. Вот здесь. Ну, половинка. Может, и успеем. Вроде бы коварного значка нет. Вот она торчит. Вот смотри. А вот как мне ее было надо найти? Медикаменты у меня во дворе. Знаете, почитаем где-нибудь в тепле. Найдите тайник с припасами за одним из домов в Милтоне. Окей. Этот вопрос хотя бы решили. Знать бы еще за каким домом. Ну, это, я надеюсь, в записке будет. Так. И, собственно, в банк нам все равно надо. Хотя, по-хорошему, сначала надо в этот самый. На заправку. Так, пока греемся, давайте почитаем. Так, найдите, да, это здесь. Записка от соседа, найденная в фермерском доме. Ага. Это я читал, да. Это мы про Молли, да, это мы читали. Счета за коммунальные услуги. Последнее предупреждение. Так, да, это мы тоже читали. Про долг за солнечную энергию. И медикаменты во дворе. Сьюзан, медикаменты, которые я добыл в последней поездке, находятся за моим домом. Место ты знаешь. Помни, их нужно растянуть на подольше. Я понимаю, что все плохо, но, пожалуйста, сделай все, что можешь. Я просто не знаю, что буду делать, если ты снова заболеешь. Вот и как.
Я вообще имею представление. Так, я же читал. А, надо было промотать. Нет, я вроде промотал. А что оно не гаснет? А что вот оно не гаснет? Что за Сьюзен и что за Т? Почтовое отделение Милтона. Ты Маргарет. Накапанное слезами письмо. Н. Не Сьюзен. И не Т. Код от банковской ячейки. Тайник. Это в церкви. Личное объявление. Измена. В машине нашел. Непонятно чье. Объявление в магазине АЗС. Тоже ничего общего. Мы из кредитного союза. Так. Список заключенных. Записка от соседа. Мартин, мы нашли Молли. Да. Нет. Вот и как мне все дома обшаривать? Ну, зашибись. Круто, да. Прямо круто. Ну, ладно. Так, здесь у меня остается одна неоткрытая, да? Осмотрено. Осмотрено. Вот, 15-я закрыта. Ну, вообще, да, я могу ее банально взломать. У меня же теперь есть этот... А, нет, еще 13-я. У меня же есть теперь гвоздодер. Ну, да, давайте. Взломаем. Сейф серой матери. А, это то, что мне как раз нужно. Да, сейф с вещью, украденной у серой матери. Прочитать текст. Ну, спасибо. Да. Пачка банкнот. Да нахрен она мне нужна. Так. А, нет, это я ключом открыл. А здесь нет. Да, еще мне сказали, что сейфы вот такие можно открывать только, в общем-то, наугад. То есть кода от него, скорее всего, просто нигде не будет. Ну ладно, давайте. Тихо. Где-то здесь, да? 20 с чем-то. Нет, надо сначала в ноль поставить. Допустим, выйти. Да, ёшкин кот. 20 с чем-то. Оп. 23. Так, теперь влево. Ага. Так, подожди. Зараза. 23. 24. Потом влево. Ага. 13. Потом опять вправо. Лучше потихоньку, чтобы все заново не повторять. Открылось. Вот так оно и открывается. Все. Стопка бумаги нахрен. Книга нахрен. Банкноты нахрен. Нахрен, нахрен. Ничего интересного нет. Ничего мне не надо. Ладно. Так, можно попробовать добежать до заправки. Нет, мне сначала к матери все равно надо, потому что надо разгрузиться нам. Тогда можно не сохраняться. Тут буквально дорогу перейти. И здесь я тоже, в общем-то, много чего интересного просмотрел. Несмотря на то, что долго и упорно тусил в этом доме. Так, во-первых, да, она мне тут супу наготовила, целую чашку. Сколько у нас времени? Разгар дня, да. Давайте тогда мы ее горячей съедим. Вот, вот, согрелись. Во-вторых, здесь записочка лежит. Прогноз на зиму, который запускает новый целый квест. А я и не знал. Записка со сведениями о погоде в районе Милтона. Опасные погодные условия. Ожидается снегопад и рекордное понижение температуры. Приписано вручную. Она будет жутко недовольна, но надо все-таки ее проведать. Кто-то же должен.
возьмем и добавьте дров в поленницу серой матери. В смысле, еще? Где задание? Поймать кролика, ищите, собирайте, освоить школы, тайник, ну, ваше на будущее, вот. Ух ты! Ух ты! А кто-то меня с этой штукой капитально подставил. Ладно. Шутка юмора. Ну, блин, ладно, да. Собрать тут теперь хавки-то надо будет до жопы. Ну, давайте отдадим ей ее предмет. Я добрался до банки. Нашел? Вот сейф из банка, который ты просила достать. Я все еще... Пожалуйста, дай мне сейф. Украшения? Я не понимаю. Ты сказала, что это поможет ее найти. Поможет, чужак, поможет. Я должен найти свою подругу. Как думаешь, ты одна тут справишься? Ты даже не представляешь, что ты для меня сделал, Маккензи. Это жемчуг моей лилии. Ни на ферме, ни в банке нет никого, кто мог бы носить имя Лили. Лили была... А, неважно. Ты запуталась? В своей туманной серой памяти. Наверное, ты думала, что Лили и моя подруга одно лицо? Прости, Маккензи. Я думала, что помогу. Ничего. Думаю, тебе больше ничего не угрожает. Сейчас у тебя достаточно припасов, чтобы придержаться до прибытия помощи. Раз теперь жемчуг у меня. Вещи Лилии. Что? Я не понимаю тебя. Жемчуг был не нужен, чтобы не забывать ее. Теперь ты можешь забрать ее вещи. Они наверху, в ее старой комнате. Альпинистское снаряжение, карты. Так ты сможешь выбраться из Милтона, пробраться через горный перевал. То есть, есть еще один проход? Да. Моя Лилия была альпинисткой. Вот так она и... Неважно, погибла, видимо. Возьми веревку и карту, иди по ее маршруту. Он выведет тебя из Милтона в горный массив к северу. Непокорным мельницам. Okay. Хорошо. Sure. Спасибо тебе. Не мешай мне предаваться воспоминаниям, чужак. Отправляйся в горы и найди свою подругу. И не вспоминай больше ни Милтон, ни Серую Мать. Никогда. Мы дети старого мира. В новом мире выживают только сильные. Блин, глава 4, потерянный рай. Так, я что-то это, да, воспоминания пропустил. Лилия, кто она? Ты хочешь знать, что стало с Лилией, упавшей с неба чужак? Я знаю, что такое потеря. Думаю, я понимаю, зачем тебе ее жемчуг. Тогда отнеси его Лилии. Лилия здесь, в Милтоне? Почему ты сразу не сказала? Найди ее. Возьми жемчуг и отдай Лилии. Тогда я обрету покой. Так, я так понимаю, нам надо идти к церкви, искать могилку. Собственно, картина, на которой три... Тут, по-моему, три женщины. Да, мне порекомендовали полюбоваться на картинке. Какая-то женщина, домик. Собственно, этот домик. Две девки помладше. В смысле, девочки, извините. То есть мать с двумя детьми. Похоже, да, на то, что... Это так. Тут какая-то тоже вроде бы девочка.
Тут какой-то зверь был. Олень. Вроде как. Типа следы от пуль. Типа она все-таки кого-то тут уже стреляла. Кто-то к ней же пытался вломиться. Так, ну хорошо, пойдем наверх посмотрим, что там интересно. Тут в хоккей играет. Ну да, Канада. Куда же без хоккея-то? Олежки. Корабель. Так, здесь я ночевал, да? Тут у нас портрет, опять же. Женщина с ребенком. Уже с одним. Или еще с одним, непонятно. Так. Ну, здесь-то вряд ли, конечно, какие-нибудь картины будут висеть. А это... Я думал, что это комната, собственно, серой матери. Вот, это блондинка, да, девчонка, Лили. Лилия, точнее, как она здесь обозвана в переводе. Ну, горы, все дела, понятно. Она была альпинисткой, это нам мать сказала. А, типа, бывшая комната, это, ну, это ж явная кладовка. А здесь один ребенок. И муж с женой. Я, кстати, не вижу... А, снаряжение в сундуке, наверное, да? Подожди, а почему там тогда? Или это так криво нарисовано, что мне показалось, что это женщина с двумя детьми? Так, альпинистский трос. Носки потрепанные. Карта Лилии. Карта, на которой отмечен маршрут, идущий за пределы Мильтона. Ой. Ой. А мне сюда... Ой. А, то есть мне еще долго в Милтоне тусить. Мне еще изрядно здесь тусить, потому что мне еще надо походить, пособирать в другое место. В другую сторону, в смысле. Тайнички всякие. Пооткрывать. Так, а почему мне тут... Ну, это же явно женская фигура. Тут вообще три человека, ну, точнее, четыре человека. Вот кто-то лежит, вот три лица. А где-то я еще видел два. А, вот здесь женщина с двумя детьми. С двумя же. Ног четыре. Разноцветных тел, в смысле пятен в виде тел три. Тут-то что-то, блин, прям талант в плане изображения, да. Ладно, давайте выкинем все, что нам не нужно прямо сейчас. Вернее, давайте, подождите, с носками давайте разберемся. Так. Так. Так, 0,2. Ну, у них прочность 21. Говорится, хрен его знает. 0,4. 0,4, а здесь 0,2, 0,1, 25%, блин. Они от воды хорошо защищают, от влаги. Может, есть смысл их починить? Ну, давай попробуем. Вроде ткань-то у меня как грязи. Хотя тут я больше насчет времени переживаю. Еще 19. Потому что надо еще на заправку зайти обязательно сегодня. Так, 0,4, а, ну да, все правильно, да. Так, и как мне объяснили, то, что слева, это будет то, что сверху, то есть лучше сюда ставить больше защиты от ветра и воды, а вот вниз можно надевать то, что будет у нас вот так вот. Именно теплее, то, что теплее. Ну, в данном случае у меня, в общем-то... Ну, можно вот эти надеть, кстати. А остальные порвать. Или не рвать, потому что, блин, кепка снаружи. Давай поменяем. 5. Парик. Носить. Носить. Так, куртка так, так. Ну, тут опять же лучше...
А, стопы у меня еще есть. А. Вот такая лыжная куртка. Ну, во-первых, это мы в любом случае снимем, наденем как раз сюда парочку наружу, а не внутрь. А вот внутрь... Ой, ну ладно, занимаемся ремонтом одежды, что уж поделать. Ну, если набор... У меня кончился набор? Подожди, у меня должен быть еще один. Так, вообще, вот давайте мы соберем просто тупо вообще все. И заново все это повыкидываем. Сейчас вообще с места не сдвинусь. Потому что тут такая груда валяется всего. О, да, взял. Что тут хрен разберешься, где чего. Я когда смотрел описание и комментарии народа по поводу DLC-шки, видел, что там написали, что теперь у нас есть волокуша в рецепте. То есть мне как бы спойлернули, что у нас, во-первых, вообще здесь есть волокуша. Вот. И что с DLC она стала в рецепте. Но DLC на сюжетку вроде как мне также сказали, что не распространяется. Это очень печально. А то бы я сейчас с удовольствием эту волокушу сделал, потому что я жуть какой жадный, и мне жалко. Так, действием бросать это все. Чиним. Ладно, завтра придется, видимо, идти в этот самый... На почту, господи, на почту, на заправку. Еще 25%, блин, да давай. Заштопывай. Вот. И у нас получается здесь, ну, тоже, в общем-то, 57,1% верхний слой. 1,1, а тут 2,0. Блин, что мне надо? Может, мне это починить, посмотреть? Давайте, придется чинить обе. Так, хрен поймешь, какая из них лучше. Объективно. 2,2,33. 2,2,33. Минус 2, 101. Минус 4, 101,25. Все это тяжелее и больше замедляет. Ну, значит, вот это. Потому что в остальном они одинаковые. Ну, эту теперь рвать жалко. Я ее, наверное, просто здесь выброшу. Так, еще кепочку надо тоже подремонтировать. Уж очень она потрепанная. Хотя бы чуть-чуть подзашить. А, он на кепку он полностью все ухнул. Так, здесь, соответственно, защита лучше. Она не одинаково, в общем-то, защищает. Хотя логичнее было бы наоборот, да? Справа тут есть еще. А-а-а. 58,99. Ну, понятно. Вот сорочку можно на тряпки пустить, а вот рубашечку мы давай снимем. Сюда. И сюда, вот так. Варежки, к сожалению, в единственном экземпляре. Одинаковые. Термобелье. Одинаковое. Что там, что там. А здесь штаны. Так. Опять же, здесь немножко больше защиты от ветра и просто защиты. Поэтому эти должны быть снаружи. Вот. А вот эти внутри. Вот как-то так. Хотя, по-моему, наоборот. А, нет, подожди, наоборот. Блин, не слева, справа, а изнутри или снаружи. Да. О, то есть не здесь наоборот тоже надо так. А это вот на этот. Вот так. Так. Ботинки у меня... А, нет, ботинки разные. Походные ботинки. Ботинки Маккензи. Черт, надо ботинки тоже чинить. Ой, давай чинить ботинки. Уже ночь вовсю. 27.
долго, однако. Если этот процесс у нас продолжается, еще надо чинить. И между тем уже надо пить, есть и спать ложиться. Так. Один. В смысле? Один, а почему он пишет под этот? Зараза, в итоге я получаю точно такие же ботинки. Ладно. Давай тогда сделаем вот что. Попробуем доползти до шкафа. Мне интересно, можно ли выкинуть все это барахло в шкаф. Я имею в виду именно вещи. Было бы очень... А, ну да. Угу. Можно. Два раза. А, нет, можно, да. Так. Шмот. Ботинки. Свитер. Рубашку. Носки. Варежки. Вот так вот. Сделаем. 52 килограмма. Представляете, это ж охренеть. Сколько всего. А это все барахло я, пожалуй, снесу на кухню. Да. Он гнет тебя к земле, я понимаю. Сейчас мы дойдем до кухни. Найдем печку. Разожжем огонь. Труд. Терпение и труд. Ну, давай. Топливо. Где наши веточки? Вот. Пробуем. Гори, ясно. Чтобы не погасло. Не гони, как в прошлой серии. А то я опух. Разжигай эту печку. Обязательно, отлично. Так, добавить теперь туда топливо. Палки. Уголек, нет, палки. Добавить. Древесина тоже добавить. Парочку. Вот, час 16. Соответственно, у нас есть пустая банка, в которой можно приготовить чайку. Допустим, травяного. Вот. А сварить мне особо нечего, да? Можно просто разогреть банку томатного супа. Давай. В кастрюльке разогреем супчика себе. Навернем супца. 12:09. Тут, говорят, есть такая штука. Готовить, повернуть. Нет, это не то. О, подождать до готовности. Готово. И выпить. Чашечку выпьем. И здесь еще 2 минуты. Ну, это мы пить не будем. Мы вообще, если проматывать, мы допьем вот этой. Допьем. Ну, в смысле, дозапьем водой, которая у нас есть. 2,5 литра. Пригорание 44. Едим супчик. Ну так. Более эффективный отдых. Хорошо. Пойдем отдыхать. Я что сюда пришел-то? Я хотел посмотреть, можно ли здесь воспользоваться. Нельзя. То есть, ну-ка, подожди. Давай возьмем факел. Во. Да, то есть я это все дело не вижу. Ну, пойдем тогда воспользуемся сундуком серой матери. Сейчас я доползу наверх. Хотя у меня тоже здесь есть шкаф же в комнате, да? Попробуем воспользоваться. Черт. Я надеюсь, пожар я тут и не устрою. Нет, то есть шкафом я воспользоваться не могу. Ладно. Пойдем к серой матери в комнату. Там... Непонятно. Ладно, так. Медленно и неуверенно. Сундуку. Разгребаться перед завтрашним выходом. Походом. Слушай, ну энергия, конечно, отлетает только в путь. Так, что мне здесь не нужно? Веревка нужна. Так, да, где мне сказали, что сортировка по весу есть, а я слепой. Точно, вот она. Нет, подожди.
Ник, 6500 килограмм. Уголь 2 кило. Он не убирается в контейнер. Только вот так. 2 литра топлива. 2 килограмма досок, которые я еще и избирал. 2 килограмма веток. Лом труд 21 штука. Знаете, если у меня... Так, во-первых, кило этого. Если у меня 21 штука, ткань для ремонта мне сейчас точно ни к чему. Камешки оставим. Так, металлолом нет. Ткань тоже, кожа точнее, это все не нужно. Антисептик маленькую я, наверное, оставлю. 0,5. Хотя они если объединились... Не знаю, топливо для фонаря еще, металлолом. Повязки, да. Еще топливо для фонаря. Ломанная ловушка, которую надо починить. Так, нож. Да-да, вот 0,2 литра, а здесь 0,5 литра. Здесь прочность 51, здесь 31. Ну ладно, тогда этот выкладываем, а этот оставим. Консервный нож, плоды шиповника, газеты пока выложим, металлолом еще, кебли рогоза, это еда. Вот пустые банки, там внизу куча пустых банок, здесь пустые банки. Труд газет, еще газета тоже выкладываем. Набор для шитья поломанный. А я могу его... Могу, наверное, да? Выложить-то выложил. Но толку с этого... Перышко тоже пока выложим. Так. У меня остается, слушайте, еда, вода и все. Ну, а, стоп, еще газеты. Пачка денег нахрен не нужная. 21-1. Ну, если что, сожжем эту штуку. Спички много времени и места не занимают. Лекарства, повязки. Так, что у нас еще? Антисептик, антисептик. Обезболивающее, в принципе. 6 штук здесь, 6 штук здесь. С собой мне его таскать особо не надо. Ты что? Энергонапиток. Оставим. Антибиотиков вот маленькую оставим. Плоды шиповника выложим. У нас есть часть шиповника с собой. Таблетки для обеззараживания воды, честно, я вообще не понимаю, нахрена они нужны. Тогда можно просто прокипятить воду. Может быть, потом будут нужны. Биотики, энергонапиток, антисептик. И обезболивающее, наверное, даже более нужно, чем... Давай мы возьмем одну. Две. Вот. Одежда только то, что надет. Еда, еда, еда. 2 литра воды мне не надо, мне надо бы ставим себе литр. Вот так. Хавка, хавка, хавка. Персики я все выложу. Пасту выложу. Корм для собак тоже выложу. Воду оставим одну баночку, рогоз оставим, сардину в банку оставим, мясные оставим. Хотя по-хорошему надо было бы накидать мамки, сходить, да? Так, это выложим, это тоже одну выложим, это выложим, выложим и одну сожрем. Вот так. Топор, снаряжение. Один. Нет, стоп, ты как раз иди сюда, а ты выкладывайся. Фонарик. И этот сейчас посмотрим, что с тобой можно делать. Факельные ракеты выкладываем. Набор для шитья. В принципе, тоже выкладываем. Это починенный. А тот испарился, да? Ну, то есть я. Нет. А. Грибы. Так. Смотрим, я все профукал, все бонусы для сна. Во-первых, я могу действия собрать только, понятно. Разобрать на палочке, окей.
тоже. Уже? Я пожрем, не сын. Для крафта у нас ни хрена не осталось. Пим-пим-пим-пим-пим. И в целом у меня все-таки много всякого. Барахла еще остается. Так, вот пачку я хотел крекеров съесть. Большую и вкусную. И запить водой. Сытопьяный, чтобы лучше спалось. 0,77 осталось. Так. Открываем. Выкидываем, выкидываем. Да, это, в принципе, тоже все выкидываем. 20 килограмм. Многовато у меня остается. Веревка 5 кило весит. Понятно. Так, ну тогда пока веревку я тоже выложу. А я не могу ее выложить. Ага. То ли место закончилось, то ли я молодец. Так. 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 Ой, не заблудиться бы. Не хочу фонарь брать. Точнее, этот. А, вот. Так, где ж ты только что мелькала? Блин. Придется. Придется. Использовать спичку. Чуть-чуть. Я пришел правильно, развернулся неправильно. Ну ладно. Спим сколько? 6-7 часов. Давайте 7. Вздремнем. Да, время закончилось. Ну, я еще не очень голодный, но у нас еще и не очень светло. Давайте еще часок. А вот так будет лучше видно все вокруг. Ну, да. Хорошо. Так, веревка, 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 веревка. А есть вообще какой-нибудь еще сундук, куда можно было бы... Лошадь бы съел. Не ешь лошадь. Тихо. Аж убрать. Нет, да? Больше мне складывать некуда. Ошибись. Просто интересно, я веревку выложить не могу вообще, в принципе, или же там просто место забилось. Потому что вот этот момент мне непонятен. Да, просто там место забилось. Потому что без веревки лучше сходить. Жаль, ты супчик только один раз приготовил. Вот очки, кстати, высохли. И шкурка высохла. Некоторая. Ну, пусть сухнет дальше. Ладно. Так. Пустая банка. Блин. Да, надо сначала зажечь, чтобы оно заработало. А я все дрова там оставил. Ну, молодец. Сейчас. Так, я на самом деле уже попил-поел. Причем, да, мне сказали, что можешь в камине готовить, что я на плите готовлю. И в самом деле. Пойдем. На заправочку, вот на эту самую как раз. Дособираем там все остальное. Не бегать, не бегать нельзя. Как не хотелось бы, бегать здесь нельзя. Значит, слишком быстро все будет падать. И вон там еще где-то домик должен быть, мне сказали, да. Еще один неосмотренный. Туда тоже заглянем. На заправке я пропустил спальный мешок. Вот, и не заглянул в кассу. Мне сказали, что надо заглянуть в кассу. Ой. 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 Ах ты ж собака чилийская. Потери крови, изодранная одежда. Вот ты сволочь-то, а? Я только ее починил. Риск заражения. Так. Где наша медицина? Тряпки. Пользовать. Ай. Нарисовался, блин, хрен сотрешь. Вот и антисептик пригодился. Все. Кто-то мне подрал ботинки.
Ну, по крайней мере, вроде ничего не это. Не пропало. Вот. И в руины, что в некоторые можно все-таки зайти, но вот это вот я все-таки так не вижу, в какие руины можно зайти. Как-то они все-таки совсем руинистые, не заходятся туда. Так. Ну, я надеюсь, больше волков мне не попадется, поэтому я, наверное, этот путь скипну, опять же, потому что время уходит. Серии. Волков вроде нет. Ладно. Нет, волки еще есть. Да где ты, сволочь? Знаете, можно, наверное, даже и побегать немножко. Ну, в задницу. Хватит с меня на сегодня волков. Так. Касса. Касса, касса, касса. Пусто в кассе, блин. Развели деда. Так. Ладос разбитый. Да, здесь пару банок я все-таки пропустил. Даже не пару. Даже много. И банки. А еще где-то спальник. Спальник, спальник, спальник. Вряд ли в сортире. Где я здесь, да, заглядывал. Где-то спальник. Ставчик. Кстати, кстати, у меня же теперь есть ломик. Совсем я про него забыл. Ветровка. Хорошо. Шапка. Отлично. Шапка — это вообще шикарно. Бронспойт. Так, а где же? Вот он. Во. Спальный мешок. Кило. Забираем. Так, здесь, значит, все. Единственное... Здесь тоже, да, тоже. Ну и мне еще надо дома обшаривать. Ой, господи, батончики еще пропустил. Да, много тут я вкусного пропустил. Мне же надо еще машины повскрывать. И эти самые... Как они называются, кстати, да. Доску давайте разломаем. Потому что мне нужны дрова для своей матери накидать. При том, что деревья рубить я не умею. С двумя-то топорами. Разберем ящички все. Топор, кстати, скоро поломается. Картон вот как раз мне не нужен. Да ты вечно, блин, только о еде и думаешь. Да, с дедом я особо не пообщался, жалко. Ушел дед. Но я, да, что-то мне подсказывает, что мне еще попадется. Вообще весло я бы взял как оружие. Вот веслом от волков отмахиваться гораздо веселее, чем даже топором. Оно все-таки длинное. А врезать им можно так не слабо. Ефремов не даст соврать. Я забыл, как его звали. Нашего юмориста, который в автокатастрофе погиб, когда губернатор строил алтайский. А вот еще доска. Главное, чтобы сейчас перевеса не случилось. Так. Ну, пойдем. Нету. Ушел волк. Ушел. Хорошо. Волк, значит, ушел. Нам, значит, вон туда, на холм. А там, значит, у нас машин, блин. Гулять, не перегулять. Хорошо. Гулять-то гулять. Ладно, пойдем на холм. И про мох мне тоже напомнили. Я вон вижу, но я не пойду далеко. Вот дровишки. Дровишки. Вот дровишки я увидел издалека. Мох там вот только на одном дереве я видел, пока висит. Да поедим мы, когда домой придем. А то я не взял с собой чагу. Точнее, я ее буду звать чагой. Она, потому что у нас это называется чага. Они, конечно, наверное, разные сорта, все дела, но... Я не этот... Не миколог, не разбираюсь в них, поэтому все грибы, которые растут вот так вот на деревьях, я буду звать чага.
Поэтому из них там надо сделать, а я так и не сделал. Мох тоже, правда, нужен для задания. Надо его все-таки будет как-то насобирать. Ролик. Ой, не попал. Кажется, я зря прыгнул. Ну ладно. Ты ж сюда идешь. А ёшкин кот. Ладно. Вы сегодня везучие. Хотя. Да чтоб тебя. Ладно, на обратном пути. Если место будет. Да, а тут домик такой. Ну, хотя нет, не особо. Мне потом... Да, блин. Мне показалось, что он большой. Ну, нет. Домик не очень большой. И здесь кто-то тоже жил. Сразу. На дрова. Ящичек. Уди. Годится. Костяной шар, тем более. Вода. Туп. Книжку оставьте себе. Тайник в пещере. Так, что тут у нас? Не успел я прочитать, забыл, вернее, как это все надо правильно делать. Карта Лилии. Так, проверить. Больше никому не могу доверять. Люди уже отчаялись, хотя мы без электричества всего несколько дней. Я спрячу несколько припасов в нашем местечке над городом, там, где мы вместе смотрим на звезды. Лишними они не будут. Все равно помощь придет не скоро. Если вообще придет, ребятки. Если вообще придет. Так, три тайника. Последнее. Да, надгробие Лили, все правильно. Все, я правильно угадал. Кстати, еще ящичек. И ведро. Ну, ведро я, по-моему, разбирать пока не умею. Да, подожди ты со своей едой, господи. Хотя уже да. Топливо, газету нет. Да хватит кидаться камнями моими. Топорик-то хорошо бы сохранить для волков. Хотя бы дойти до забрать второй. Так, куда ты камень делал? Вот. Ну давайте, вот томатный суп я нашел. Давайте мы его и сожрем. Томатный суп ты где? Немножко выпьем холодный томатный суп. Да. Ну, еще и батончик давай съедим. А то что-то прям вообще как-то. И водички запьем. 12. Совсем чуть-чуть осталось. Все. Домик маленький. Но секретную пещеру мы... Про секретную пещеру, точнее, мы услышали. А вот как искать тайник с лекарствами за домом, я, честно говоря, не знаю. За каким домом? И как он должен выглядеть? Может, на карте отметиться? Вот, видимо, пещера. Вот тайник. Да. Хоть на карте есть. Ладно, слава богу. Расположенный горный парк. А зачем мне? Тайник с припасами. Радиовышка. Тайник еще. Надгробие Лили. Окей. Окей, так, с домом определились. Где там наши кролики? Нет, не бегают. Убежали. Беда, печаль. Так, подожди, а вот здесь я не помню, я чтоб ходил. Хотя наверняка ходил. Не здесь же это? Нет, он там где-то. За одним из сгоревших, видимо, домов. Ну, вот опять же, здесь входа нет в руины. Две. Пять. Шесть. Камней пусть будет у меня. Так, мох вижу, мох. Вот он. Соберем.
Тоже из него что-нибудь поварим, пожарим, попарим. Так, повязка, да. Я ему разблокирую. А, вот тайник. Это вот так тайник выглядит. Антибиотики, антисептик, шприц первой помощи и обезболивающие. Ну ладно, буду знать, как выглядят тайники в этой игре. Очень, очень смешно они выглядят. Да ёб твою Машу. Очень смешно они выглядят. Нету здесь внутрь захода никак. Зато где-то здесь есть вот машинка, у которой был багажник. Который, кстати, надо вскрыть. На заправке тоже, блин, была машина с багажником. Я забыл про нее. Ну да бог с ним. Ткань и все. Ну... ладно. Да я только что поел, ты задолбал. Кстати, я так понимаю, лом от этого тоже, в общем-то, изнашивается. Но такие приколы мне совершенно не нравятся. Пустую его портил. Не здесь же залезать, правильно? Нету ничего, нету входа в руины никакого. Хотя нет, нету никак. Куда не подлезть. Так, чем можно было туда сходить? И сюда сходить. Не, давайте мы, знаете что, мы сейчас вот это вот все порешаем. Да, ну... с машинами. Зайдем, выгрузимся по-быстрому и пойдем наверх в церковь. Посетим надгробие. И вот это вот все. С оленей больше нечего взять. А, ну с оленей там еще правильно, там еще полно. Кожа, да, и кишки. Это мне не надо. Оставьте себе. Здесь еще машина, да. А, здесь она открыта была. Ладно. Все, тогда сейчас давайте посмотрим, сколько дров я могу серой матери подкинуть. Так не хочется по домам ходить, рубить эти самые просто. Как они называются? Мебель. Кока. Тикока. Будущее. А, ну чуть-чуть, кстати, да, не надо. Так насобираю. Ну и остальное тоже сейчас выброшу. Ага, выбросит он. Сундук-то битком. Ладно, тогда давайте с одеждой разберемся. У нас есть. У нас есть поношенная ветровка. Которая прям, ну, очень плохая. Кстати, да, здесь шмотки. Более-менее. Так, есть Уди. Уди неплохое. Я имею в виду состояние. А вот все остальное хреновое. То есть смысла в этом нет. Вот он и погрыз, падла. И штанцы немножко. И варежки. Но не сильно. Ладно, тогда вещи эти мы... Шапка. Так. 30% защиты от влаги. Ну-ка, вот так вот точнее лучше, да? Ветрозащита больше. Теплозащита больше. Тебя сюда. А тебя, наверное, сюда. Блин. Ну да. Вон, защита от ветра плюс 4. Защита 14 всего. Бег 89. Бонус тепла 15 градусов. Ладно, вещи я скину тогда в этой самой. Внизу. Все повыкидываю, вот. Ну и время уже еще, точнее, есть, конечно, но... дневное, в смысле. Зато нету времени уже на серию.
Придется заканчивать сейчас. Так, без... А. Поношенную, ну да, поношенную ветровку. Я пока не буду это все. Если что, перед выходом тогда можно будет пустить на тряпки. 19. Что у меня еще? Тяжеленного-то. Да вроде ничего. А, грибы. Ладно. А, и да, я хотел посмотреть этот... Как он называется? Ну, она исчезла, да. Ладно, значит, не надо чинить. Хорошо. Мох, тряпки, грибанки. И спальный мешок. Это будет 17. Веревку я, кстати, выложил. Что-то я набрал еще. Камней я набрал 8 штук. И еды еще. Вот так вот. Еще кофе. 17. Ладно, сойдет. Ладненько, тогда на этом серию мы закончим. Продолжим тогда уже в следующей серии. Мы пойдем, сходим в церковь Мильтона. И дальше там, если время будет. Вот, а это тогда серия все. Если она вам понравилась, ставьте лайк. Если не понравилось, ставьте дизлайк. Оставляйте ваши комментарии, делитесь впечатлениями об игре, о моем канале, о моем прохождении. Подписывайтесь на канал, если вы не подписаны. И подписывайтесь также на группу ВКонтакте, ссылочки в описании. Если у вас есть аккаунты на вас, Делитроу, подписывайтесь на мой канал и там. Заглядывайте к нам с Лаградки на наш Дискорд сервер. Ну и не забывайте жать на колокольчик, дабы не пропустить выход новых серий. А у меня на этом на сегодня все. Всем спасибо и пока.